Слышно. Все посмотрела, отлично. Значит, начинаем. У нас сейчас мы подтвердим все наши, да. Значит, смотрим. У нас есть размеры, да, по которым мы определяем высоту лица. Да, это всегда мы смотрим, чтобы сориентироваться, где у нас находится бровь. Но это не основной, как бы, скажем, такой ориентир, но всегда нужно о нем знать. То есть это край роста волос, основа установки ложа бровей, основа носа и подбородочек, край подбородочек. То есть все это мы делим на три равные части. И, как правило, в верхней трети у нас идет граница расположения бровки. То есть бровочку мы сюда как раз укладываем. То есть она не должна находиться выше, да, или очень низко. То есть вот эта линия, она нам дает какой-то ориентир. Но в целом, ну, сейчас я уже буду показывать по лицу. В целом всегда, когда мы выбираем себе какое-то лицо, я взяла такое для примера нейтральное, ну как бы обычное лицо, с небольшой асимметрией, чтобы мы могли немножечко поработать с асимметрией, порисовать на ней и выровнять ее. Вот. Так, я настраиваюсь, потому что у меня здесь съемка идет параллельно. Значит, что мы здесь делаем? Сейчас я возьму себе рисовалочку. Будем делать рисование. Нет, мы будем не такое рисование делать. Вот такое. Итак, смотри, Лен, всегда мы начинаем с такого понятия, как вообще все, что я сейчас буду рассказывать, конечно, мастер должен это знать и понимать, если возникают трудности, то есть на что можно сориентироваться. То есть вот если глазомер есть, то можно увидеть, что вот этот слизнячок находится как будто бы чуть ниже, чем вот этот. Как мы вообще все это определяем? То есть мы как-то должны это замерить, но лучше всего это замерять нашими бусами. То есть я это делаю так, и я вас учу тоже делать это так. То есть мы устанавливаем линию по ресничному краю или по слизничку и понимаем, что у нас внешний край, сейчас я его тоже обозначу, это когда мы глазки изначально сканируем, когда клиент пришел, на это сразу можно обратить внимание. Для чего? Для того, чтобы даже самому тому клиенту, так скажем, сразу указать на его природные особенности, да, и линии. Вот, то есть здесь мы соединяем, если синюю с точкой синей, мы видим, что у нас правый, ну скажем, ее левый, да, глазик будет находиться чуть выше. И слизнячок тоже получается так же. То есть мы сводим, и он как бы вот в таком положении глазик находится, да, а этот глазик немножечко более прямо. Поэтому есть такая симметрия. Но я всегда вас вот как бы учу и советую вам выставлять ориентиры по ресничному краю. По ресничному краю можно будет подняться вверх и посмотреть, как у нас установлены бровки. Естественно, мы видим сразу, что эта бровка имеет у нас подъем, и это более пологая. У этой бровки хвостик у нас остается на линии, у этой бровки слишком высоко поднимается. Мы обозначаем однозначно для себя, что у нас здесь есть линия динамики, и клиенту мы об этом тоже говорим. Сразу мы сканируем лицо в спокойном положении, стараемся, может быть, даже положить руку, да, вот на лоб положить руку, попросить расслабить мышцу лобную и закрыть глаза. В положении закрытых глаз как бы лицо автоматически успокаивается, и попросить открыть глаза и сразу же отсканировать в этот момент бусами. То есть попросить закрыть глаза, положить руку на лоб, сказать, подожди. Ну, особенно это важно для возрастных клиентов, потому что у молоденьких особо так не сбивается. Вот, и попросить глазки откройте, выставили на реснички, и пошли подниматься вверх, и понимаем, что у нас вот такая вот асимметрия. Что мы с ней будем делать? Наша цель сделать, как это я называю, линии компромисса. То есть мы объясняем клиенту, сразу же говорим, что, допустим, там Лена, да, Лен, посмотри, вот у тебя вот такие вот бровки, и мы сейчас будем делать эскиз, и мы ни в коем случае не можем их выравнивать, потому что, скорее всего, можно даже посмотреть по морщинкам на лбу. Бывает такое, что прямо вот на лбу видно, что, например, вот здесь вот где-то какой-то раз так и залом существует.
И видно, что когда она мимикой работает, поднимает вверх, у нее здесь даже закладывается. То есть это возрастные клиенты, они у нас самые сложные. Что значит возрастные? Возрастные — это не значит, что бабушки. Да, но это просто уже какие-то как бы мимические линии, которые уже обозначены. Поэтому мы на них смотрим, понимаем, что это у нас мимическая проблема. И что мы здесь говорим? Сразу же объясняем клиенту, что мы не создаем никаких выравниваний, которые связаны с мимическими мускулатурными асимметриями. Потому что все, что мы сделаем, мы выровняем, да, все равно мышца будет поднимать. Вот это очень важно обсудить с клиентом сразу. Потому что если мы вдруг этого не скажем, у нас может получиться, что наш клиент, наша как бы женщина у нас в итоге не поймет и скажет: вы мне сделали разные брови. Вы рисуете эскиз, рисуете, а она в итоге говорит: у вас вообще разный рисунок, что вы мне предлагаете. Вот, вы просто будете попадать в какую-то ошибку. Сейчас я вам буду рисовать. Итак, что мы здесь должны себе определить? Ну, во-первых, мы, конечно же, определяем замеры, да, себе делаем. То есть мы практически сейчас будем отрабатывать то, что мы уже узнаем и понимаем. То есть серединочку мы будем находить между слизничками, да. У нас серединочка как-то вот так вот, да, обозначается. Вот. И также эту серединочку мы начинаем переносить выше. Для того, чтобы от серединки уже отделить как бы бровь в сторону, да, мы однозначно смотрим по сантиметрам, потому что это очень удобно. И здесь мы используем наш треугольник. То есть у нас есть в работе вот такой вот треугольничек, да, где мы нолик выставляем. Сейчас я буду показывать. Где у меня палочка, ручка. Сейчас найду. Лен, хорошо меня слышно? Хорошо идет звук? У нас в треугольничке есть вторая линия. Вторая, не первый. Хорошо, не первый квадратик, а второй. Он самый нам нужный. У нас здесь есть ноль. Этот ноль мы выставляем всегда на серединочку. И дальше у нас пошло. У нас пошла единичка. Полтора. И по сантиметрам мы знаем, что наша бровка должна начинаться где-то на полтора. Мы себе делаем эти отметочки, ну, как линейку убираем, да, и ставим отметочки. Здесь у нас начало. Вот. Когда глаз уже наметан, когда мы уже привыкаем, у нас уже порой не придется таких замеров делать прям с линейкой. Но я говорю в том случае, когда это необходимо. Например, какая-то асимметрия, что сложно сориентироваться, лицо кривое, нос бывает уходит в сторону. Вот. Но мы все люди разные, да, как бы, и поэтому нужно это тоже понимать. Затем у нас очень важные линии, вот эти вот скоса. Вот одна линия, вот другая. Это такой вот уголок, треугольник. Очень удобно, я всегда говорю, использовать противоположную сторону треугольника. Ставить ее так же. Вот, ставить ее так же. И вот по вот этим линиям скоса, да, можно очень хорошо себе обозначить, как может идти, в какую сторону должна наклоняться головка. Или же, например, она не то, что в какую сторону наклоняться, а то есть посмотреть даже по отрисованному эскизу, что наши головки...